Наверняка вы помните, с каким огоньком и самой иронией рок-н-ролльщики из Jantic Band творили в прошлом. Вспомнить хотя бы композицию «Базарбай», высмеивающую классический любовный треугольник в советских хрущевках. Или не менее задорный саундтрек к фильму «Шучу, мой братишка Байгали». И кто поверит, что у нестареющих ребят из Jantic Band в этом году круглая дата? В честь нее они организовали нескучный вечер для своих друзей и в очередной раз продемонстрировали, что есть еще порох в пороховницах. И хотелось бы порадовать вас некоторыми новостями, которые вот уже подоспели, как пирожки печеные. В этом году Jantic Band исполняется 10 лет, и мы решили начать отмечать это дело вот, с этого четверга, и будем отмечать его целый год. Вот сейчас мы готовы представить на суд зрителей свою работу. Новая работа Jantic Band была снята в Париже, где ребята выступали в составе делегации Казахстана в поддержку Экспо-2017. От былой иронии стёба в клипе нет и следа. Но от этого творчество Жантика нисколечки не страдает. На одной только презентации клипа Jantic не успокоился. Для гостей рок-н-ролльного вечера был приготовлен еще один сюрприз. Кстати, сегодня я хотел бы презентовать нашу новую солистку. Это выпускница «Фабрики» Назима Джанибекова. Мы познакомились с ней в Аргентине, когда участвовали в телешоу. И, как выяснилось, Назима обладает великолепным голосом. Ну, сегодня, я думаю, вы сами увидите и услышите. Это культовому шоумену показалось мало. На этом же вечере он презентовал свой мини-сериал. Впрочем, снятые в стиле Jantic небольшие видеозарисовки несли не только позитивный заряд, но и информативность. Все они были сняты шоуменом для хорошего друга-фотографа. И несмотря на то, что поздравить Jantic Band с новым творением пришло не так много народа, как ожидалось, скучно не было никому. Дорогие телезрители, слушайте ту музыку, которая вам нравится. И никого не слушайте.